Значит, сегодня мы начинаем с вами шестую тему. Шестая тема, она почти такая же объемная, как была когда-то вторая. И название шестой темы таково: «Строение индивидуальной деятельности человека». Строение индивидуальной деятельности человека. В этой шестой теме мы фактически сделаем термин «деятельность» научным понятием. Мы будем анализировать деятельность как психологический предмет. И при этом для начала скажем следующее. Анализировать любую деятельность человека можно в двух планах. Можно рассматривать то, ради чего действует человек, то, ради чего это будет касаться побуждающей сферы, то, что приводит человека в движение. И с другой стороны, мы фиксируем то, как действует человек, как осуществляет он свои действия. Это второй план нашего анализа. И вы знаете, из двух этих планов, конечно, более важным является первый. И с него мы должны начать. Первый вопрос будет довольно обширным. Он займет не менее чем одну лекцию. Он будет звучать так. Понятия потребности и мотива. Понятия потребности и мотива. Точка. Функции мотива. Функции мотива. Точка. Строение потребностно-мотивационной сферы человека. Строение потребностно-мотивационной сферы. И, наконец, такое короткое завершение, недолгое по объему временному, но очень важная специфика потребностей человека. Специфика человеческих потребностей. Вот такой довольно обширный вопрос. И начнем его мы таким образом. Побудительную сферу человека описывают в самых разных понятийных категориях. Иногда говорят влечение, стремление, желание, но в нашем университете, на нашем факультете, по-видимому, там, где была создана Алексеем Николаевичем Леонтьевым общепсихологическая теория деятельности, ключевых слов два. Первое из них – это слово «потребность». Понятие потребности. Вы знаете, мы будем рассматривать концепцию деятельности всегда в полемике двух людей. Это люди даже по жизни очень разные. Это Алексей Николаевич Леонтьев и Сергей Леонидович Рубинштейн. Мы уже не раз сталкивались с тем, что они, критикуя друг друга, как бы дополняли наше общепсихологическое знание. И вот начнем разбор понятия потребности с его основных особенностей. Первая особенность выделяется Алексеем Николаевичем Леонтьевым. Потребность есть необходимость в чем-то внешнем. Потребность – это необходимость организма в чем-то внешнем. Можно было бы даже так сказать, рожденный организм как бы рассчитан на потребление. Он должен что-то потреблять для своей жизни и развития. И тогда условно не в московской, а в ленинградской школе вот это нечто внешнее коротко называют благом. Потребность во внешнем благе.
При этом обычно всегда начинают, простите, вы сегодня хорошо позавтракали? Потому что одним из материалов прохождения данного курса, данного вопроса является пищевая потребность. Имеет смысл иметь ее удовлетворенной на данный момент. Итак, конечно, начинают всегда с организмических нужд. Говорят о пищевых веществах, важных для органической жизни, но мы с самого начала вот эти блага будем понимать широко. Это и другой человек, если речь идет о потребности в общении. Это и определенное состояние, скажем, состояние эмоциональной близости. Это определенная проблема, если речь идет о потребностях личности, необходимости ее разрешить. То есть мы понимаем благо в широком смысле. И надо сказать, что вот здесь, пожалуй, нужно пояснить один термин. У потребности, вот мы говорим, есть потребность в каком-то благе. Леонтьев предпочитает сказать, у потребности есть свой предмет. При этом заметим, что предмет потребности Леонтьев выносит наружу. Это необходимость контакта с окружающей средой. Но вот когда говорят предмет, то, наверное, Леонтьев получает, пусть и не всегда справедливую критику, слишком узко говорить предмет. Давайте сделаем уступку обыденному языку и скажем, что благо – это определенное предметное содержание потребности. Предметное содержание потребности. Однако Леонтьев высказывается и более решительно по этой особенности. Потребность есть нужда, состояние нужды организма в каком-то предметном содержании. И вот это положение вызывало, на мой взгляд, отчасти справедливую критику. Нужда. Это, конечно, проявление потребности, но это актуальное проявление потребности. Но даже тогда, когда потребность удовлетворена, когда нужды острой в чем-то нет, потребность все равно остается. Ну вот как сейчас в этой комнате, по-моему, гуляет сквознячок, и нет необходимости в том, чтобы быть замотивированным, выйти и подышать свежим воздухом. Было бы душно, да, была бы нужда в кислороде, но даже тогда, когда никакой нужды нет, потребность все-таки есть. Потребность в данном первом определении – это объективная необходимость. И тогда мы предлагаем разрешить эту маленькую проблемку, оставленную Леонтьевым, следующим образом. Мы введем понятие «объем потребности». Объем потребности. Объем потребности есть количество благ. Количество благ, необходимое для ее удовлетворения. Объем потребности есть количество благ, необходимых для ее удовлетворения. И тогда мы разделим объем постоянный, который существует всегда, и актуальный, который, например, можно переживать при дефиците благ. Будем различать постоянный и актуальный объем потребности. Это была первая характеристика. Потребность как объективная необходимость. А теперь вторая характеристика.
вторую характеристику вводит Рубинштейн. Рубинштейн рассуждает: говорить о потребности как о нужде мог бы даже биолог. Психолог начинает анализ потребностей тогда, когда потребности представлены психически. Вторая характеристика потребностей. Потребности представлены в психике. Потребности представлены в психике прежде всего в виде эмоций. И эмоция может быть уже сейчас определена нами по Рубинштейну так. Эмоция – это и есть психическое отражение актуального состояния потребности. Психическое отражение актуального состояния потребности. Вы знаете, простейшие эмоции, эмоции организма, определяются по своему отношению к потребностям довольно легко. Скажем, дефицит благ, животное голодно, возникает эмоция фрустрации. Фрустрация, пишу только начало слова, фрустрация – это негативное эмоциональное состояние, возникающее при невозможности достичь цель, удовлетворить потребность. Негативное эмоциональное состояние, возникающее при невозможности удовлетворить потребность. Далее скажем так. Эмоции могут быть прямым представлением потребностей в психике. Один из крупных психофизиологов у нас в стране, Павел Васильевич Симонов, предложил даже такую простейшую теорию эмоций, когда он говорит, для того, чтобы возникла эмоция, нужна неудовлетворенная потребность и информация, которая позволяет ее удовлетворить. Если информации недостаточно, возникает негативная эмоция. Если ее в избытке, возникает позитивная эмоция. Но мы с вами скажем, что эмоции, особенно если речь идет о личности, эмоции могут быть представлены в психике косвенно. Особенно если речь идет о личности. Почему косвенно представлены? А потому что потребности личности амбивалентны. И надо сказать, что подлинные потребности, давайте не будем никого пугать, но скажем все-таки, в художественной литературе есть масса примеров, подлинные потребности могут заведомо отличаться от тех, которые проникают в сознание и в психику. Можно даже и пожестче сказать, подлинные потребности могут быть опасны. Я думаю, каждый из нас когда-либо читал книгу братьев Стругацких «Пикник на обочине» или смотрел фильм Андрея Тарковского «Сталкер». В этом фантастическом романе есть такая ситуация, то ли блестящий шар, то ли заветная комната, куда можно войти и осуществляться самые заветные желания, подлинные потребности. Тарковский любил задавать вопрос своим зрителям, а вы бы вошли в эту комнату? Он выжидал минуту, молчание в зале, а потом говорил, и я бы никогда не вошел. А почему? А потому что главный герой романа «Сталкер»
Он же вводит людей в комнате для того, чтобы посмотреть, войдут они туда или не войдут. Сам он смотреть не хочет. Почему? Потому что, как мы помним, учитель этого сталкера, более опытный проводник, когда-то зашел в эту комнату и загадал самое заветное свое желание. Он хотел вернуть к жизни своего брата. И когда он вернулся из зоны, то он обнаружил, что комната выполнила его желание. Он вернулся разбогатевшим. Он попросил одного, а комната выполнила подлинное желание. Таким образом, мы говорим, подлинные потребности далеко не всегда осознаются. Они представлены в психике косвенно. Таким образом, мы, соединив эти две характеристики, можем дать простейшее определение потребностям. Потребности – это, или в единственном числе, потребность – это объективная необходимость во внешнем благе, имеющая определенный, в скобочках можно пометить, постоянный и актуальный, скобка закрыта, объем, имеющий определенный постоянный или актуальный объем и представленное, и опять в скобочках можно пометить порядка ради, прямо или косвенно. И представленное прямо или косвенно психически, и представленное психически можно поставить тире в форме эмоций, желаний, стремлений и так далее. В форме эмоций, желаний, стремлений и так далее. Следующий маленький фонарик. Опредмечивание потребностей и понятие мотива. Опредмечивание потребностей и понятие мотива. Прежде всего поясним словечко «опредмечивание». Корень в слове «предмет». И вообще-то говоря, предмечивание – это жаргонное словечко из леонтьевской теории. Ведь когда потребность есть, ну, скажем, ребенок родился и издает свой эмоциональный сигнал, у него явно есть какая-то потребность. Но в чем эта потребность, пока неизвестно. В чем она, пока неизвестно, следовательно, есть такие состояния, когда потребность есть, а предмета нет. Это может быть с пищевой потребностью ребенка. Это может быть с потребностью в общении у подростка. Подросток меняет компании, осуществляет как бы беспорядочную хаотическую активность. Он как бы ищет. Хотя его активность не направлена, и забегая вперед, деятельностью ее никак не назовешь. Так вот, опредмечивание – это совсем на бытовом языке. Это тот момент, когда потребность находит свой предмет. Ребенок питается материнским молоком, подросток находит друга – и так далее. Вообще, самый яркий пример опредмечивания потребностей, который нам известен, это опыты с новорожденными гусятами, проводимые Конрадом Лоренсом. Запечатление, печать. Ведь там сначала был довольно широкий круг возможных благ, и только потом потребность опредметилась на каком-то
из объектов, экспериментальных объектов. Вы знаете, вы люди молодые, и можно немножко позволить себе пошутить. Когда-то были летние психологические школы на Черном море. Ну и озорные девушки-психологини вывешивали на своих палаточках плакат «Давай опредметимся». Ну, из песни слова не выкинешь. Каждый новый смысл слова «опредметиться», по-моему, нас как-то привлекает, поясняет нам главное. Теперь, в короткой табличке мы должны пометить, что было до и после, и стало после акта опредмечивания. Вот что было до опредмечивания? Выделяем три характеристики. Потребность есть, предмета нет. Первая характеристика. Общая, ненаправленная активность. Общая, ненаправленная активность. Животное с депривированной потребностью, например, пищевой или половой, бывает высокоактивно, но активность здесь не имеет направления. Кошка в проблемной клетке у Торндайка беспорядочно носится по клетке. Это активность? Да. Это деятельность? Нет. Деятельность появится тогда, когда получит направление. Пока это не направленная активность. Далее. Второй случай. Широкий спектр возможных благ. Широкий спектр возможных благ. И добавим при наличии ключевых раздражителей. Здесь мы можем вспомнить и эксперименты Лоренца, и даже, наверное, собственные недавние впечатления, когда между сверстниками устанавливаются дружеские связи. Первоначально любой сверстник может стать другом. Широкий спектр возможных благ. Ну и, наконец, последнее. Наличие фрустрации, негативное эмоциональное состояние. Вот такая картина. До опредмечивания потребностей. Акты опредмечивания каждый может подобрать себе сам. Кто-то может вспомнить влюбленность юноши Маугли, когда он впервые увидел девушку. А мне очень нравится один пример, но приводит его женщина. У меня толком не получится, я просто перескажу его. Юлия Борисовна Гиппенрейтер в своем замечательном курсе лекций цитирует письмо Татьяны к Онегину. Только женщина может это написать, у мужчины язык не повернется. «Ты вдруг я вошел, я вмиг узнала, обомлела, запылала, тра-та-та-та-та-та-та». И после этого «Вот он!» После этого автор пишет «Вот он предмет потребности». Короче говоря, примеры подберите из собственного опыта. Они очевидны. Что меняется радикально после опредмечивания? Активность приобретает направление. Направленная активность будет названа деятельность. Деятельность – это направленная активность. Пока это самое поверхностное определение деятельности. Дальше с благами что произошло? Резкое сужение.
возможных благ. Резкое сужение возможных благ. Вы знаете, с этим знакомы даже молодые мамы, когда они знают, если ребенку вовремя не ввести в рацион, пищевой рацион, соки, необходимые витамины, то можно пропустить момент. Ребенок будет питаться только материнским молоком, а это уже недостаточно для его здоровья. Точно так же и когда подросток находит себе друга, потенциально все остальные друзья тоже, но психологически уже нет. Ну и, наконец, последнее. Последнее – это то, как изменяется эмоциональная сфера. Аффективное закрепление предмета потребности. Аффективное закрепление предмета потребности. И вы знаете, что мы сейчас делаем? Ну, вот это аффективное закрепление можно было бы назвать бурным восторгом, бурным всплеском положительных эмоций. Но мы отметили главную функцию. Предмет аффективно закреплен. И тогда мы берем, соединяем все эти наши характеристики и даем понятие мотива. Мотив – это аффективно закрепленный, предмет потребности, который направляет деятельность. Аффективно закрепленный предмет потребности, который направляет деятельность. Важное замечание. Мы в этом определении учли и эмоциональную сторону мотивации. Вы знаете, Леонтьев по своим причинам предпочитал не рассматривать эмоции как первичные и базовые. Если вы помните, Леонтьев отказывался рассматривать субъективную эмоциональную сторону жизнедеятельности у животных. И здесь мы сказали, что мотив аффективно закреплен, Леонтьев вот эту третью характеристику опустит. Он скажет, что мотив – это одновременно предмет потребности и предмет деятельности. Вот что главное для Алексея Николаевича. Предмет потребности и предмет деятельности. В широком смысле, почему так важно утверждать, что мотив как бы и там, и там? А вот почему. Потому что в мотиве, как определенном предметном содержании, встречаются потребление и производство благ. Потребление благ – мотив предмет потребности. И производство благ – мотив направляет деятельность. И тогда мы сразу же, мы еще не раз будем подчеркивать вот эту вот связь, мотив и предмет потребности, и предмет деятельности. Но сразу пометим маленький фонарик функции мотива. Функции мотива. Ну, видите ли, здесь получается так, что мотив находится у нас как бы на пересечении потребностной сферы и сферы направленной активности. Так вот, у мотива две функции.
Первая функция связывает мотивы с потребностью. И называется эта функция побуждающая. Побуждающая функция мотивов. Откуда она берется? Очень простой ответ. Она берется от активности, связанной с потребностью. Побуждает первоначально потребность. Но когда у потребности возникает предмет, теперь потребность как бы передает свою функцию мотиву. Мотив побуждает. Между прочим, скажем, мы не будем это включать по договоренности с теми, кто ведет у вас семинары, мы не будем включать наш материал «Закон оптимальной мотивации» или «Закон оптимального побуждения». Есть такой замечательный закон, вы узнаете его в других семестрах. А суть, я даже не называю имен авторов, просто суть такова. Иногда нам кажется, что чем сильнее нас толкают, тем дальше мы движемся. А вот побуждение вроде бы нужно всегда. И как можно больше. Высокая зарплата или, напротив, резкое наказание, да, отрицательные и положительные санкции. Оказывается, это не так. Оказывается, что при слишком высоком побуждении отрицательный может быть результат, если задача сложная. Поясним суть закона, не называя имен авторов. Для легких, стандартных задач оптимально сильное побуждение. А для сложных, для человека творческих задач, оптимально слабое побуждение. И, кстати говоря, тот, кто, ну, наверное, трудно избежать по пятницам телевидения игру «Поле чудес», все когда-то смотрели с Листьевым или вот со вторым новым ведущим. Что делает ведущий? Он держит уровень мотивации своего игрока. Он держит его на таком уровне, чтобы эта мотивация чуть-чуть зашкаливала. И таким образом даже легкая задача может стать для игрока трудной. Вот что происходит в такого рода играх. Это управление побуждением субъекта. Вторая функция мотива связывает мотив с деятельностью. А о деятельности мы все-таки немножко уже знаем. Мы знаем о том, что деятельность, вообще говоря, может подразделяться на отдельные действия. Помните деятельность коллективной охоты и фигуру загонщика? Наверняка она запомнилась. Мы тогда, давая определение действию, сразу же дали определение смысла. Так вот, смысл образуется, конечно, мотивом. Вторая функция мотива. Смыслообразующее. Мотив наделяет смыслами выполняемые нами действия. Мотив наделяет смыслами даже условия, в которых деятельность выполняется. Наполнить смыслом. И, наверное, здесь можно вспомнить слова Виктора Франкла, логотерапевта,
когда человек понимает смысл своего бытия, смысл собственных действий, он может выдержать любое страдание. Спрашивается, а как управлять поведением с помощью смыслообразующей функции мотива? Можно долго-долго думать. Кстати говоря, побуждение, первая функция, роднит нас с животными. Вторая функция смыслообразования, вообще-то говоря, характерна главным образом для людей, потому что речь идет о разумных смыслах, разумных, сознательных смыслах. И тогда, ну вот, как повысить продуктивность действий с помощью смыслообразования? Тоже без имен. Когда-нибудь вы эти эксперименты посмотрите более подробно. Ну, такие, например, эксперименты проводились в нашей стране в конце 40-х годов. Детям-дошкольникам предлагали как можно дольше стоять по стойке смирно. Ну, несколько, скорее всего, секунд, там, ну, может быть, до минуты простоит 4-5-летний мальчик или девочка по стойке смирно. А как наполнить смыслом это действие? Очень просто. Ведь старший дошкольник имеет свою ведущую деятельность. Эта ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. И тогда просто в игре, а игра в духе времени, фабрика и часовой. Одни дети клеят коробочки, а рядом по стойке смирно стоит часовой. Что он делает? Какое действие он выполняет? Он стоит по стойке смирно. Но смысл его действия какой? Он часовой, охраняет мирный труд советских граждан. И он довольно долго стоит, поскольку его действие наполнено смыслом. Таковы функции мотива. Ну а теперь давайте перейдем к такому более обширному вопросу. Строение потребностно-мотивационной сферы. Строение потребностно-мотивационной сферы. В данном случае мы познакомились с определениями потребности и мотива, и нам теперь хотелось бы узнать, как отвечает исследователь на вопрос о иерархии мотивов. Поясним. Кому-то наверняка запомнился случай с феноменом горькой конфеты. Когда мотивов было два, и они были рядоположны, а потом один из мотивов победил другой, стал ведущим, а второй стал подчиненным. И тогда же мы сказали, что вот эта иерархия или структура мотивов, это и есть ядро личности. А теперь мы посмотрим, что есть по крайней мере три разных ответа на вопрос о том, как строится эта структура. Первый ответ. Проблема выделения базовой мотивации. Проблема выделения базовой мотивации. Вы знаете, я не физик, но здесь можно привести пример из школьной физики. Ведь мотив – это то, что приводит в движение. И тогда мотив мы можем где располагать? Либо как Аристотель в физике, внутри самого тела, либо как в физике Галилей, мотивация возникает, силы возникают, напряжения возникают при взаимодействии тел. Так вот, первый ответ на вопрос о строении мотивов
Это чисто аристотелевский ответ. Искать основу, искать базовую мотивацию предлагает психология. Исследователь Уильям МакДаугал. По МакДаугалу мотив побуждения имеет внутренний источник. Мотив содержится в самом субъекте. И вот маленькая тонкость. Дело в том, что эти базовые мотивы, базовые влечения, если хотите, МакДаугал довольно неосторожно назвал инстинктами. Инстинкт вообще-то словечко из этологии. И поэтому сказать инстинкт для психолога — это, в общем-то, ну, по крайней мере, вызвать на себя критику. Поэтому мы будем сразу пользоваться двумя словами. Одно слово «инстинкт», а второе слово «склонность». Инстинкт или склонность – это как бы последняя причина поведения, последнее звено анализа мотивации. Дальше не разложишь. Инстинкт или склонность имеет структуру. Причем эта структура нам напомнит многие базовые состояния. В инстинкте есть три стороны. Первая – познавательная. И МакДаугал называет ее избирательность восприятия. Ну, скажем, голодное животное, конечно, воспринимает мир неадекватно, а сквозь призму своих потребностей. Избирательность восприятия. Далее вторая часть, которую МакДаугал называет ядром инстинкта. Эмоциональный импульс. Например, базовой склонностью МакДаугал называет инстинкт любопытства. А внутри любопытства лежит базовая эмоция. Какая? Удивляться. Внутри любознательности эмоциональная реакция удивления. И, наконец, третий компонент инстинкта – это готовность к действию. Готовность к действию. А может быть, даже и так лучше сказать. Наличие механизмов, наличие у организма средств. Механизмов для удовлетворения инстинкта. Избирательность восприятия, эмоциональная реакция, которая приводит к действию. Вот таков инстинкт. МакДаугал в разные годы выделял разные списки инстинктов. И я бы сказал, что здесь, во введении, мы не будем эти списки четко приводить. Ну, просто потому, что МакДаугал искал в разных областях. Скажем, пищевая и половая потребности, конечно, базовая, но эмоционального импульса он для них не нашел. Иногда инстинкт любопытства подменял ему инстинкт бродяжничества, такое охота к перемене мест. Короче говоря, списки были довольно большими, начиная от 12 инстинктов и до 20. Больше, чем 7 плюс минус 2, и поэтому все равно не запомнишь.
Одно пометим. Базовая потребность не анализируется далее. Базовая значит первичная. А в другом случае, если потребность уже вторична, она будет называться производная. Кстати, между прочим, Конрад Лоренц считает себя учеником Макдаугала и говорит, что его понимание инстинкта только двигательное. Он не рассматривает восприятие и эмоциональную сферу. Он изучает только поведение. Аналогичные теории сюда же к первому ответу. Аналогичные теории такие, из тех, которые мы знаем. Классический бихевиоризм. Казалось бы, бихевиоризм не занимается мотивацией, и все-таки представление о мотивации здесь есть. И оно приблизительно такое же, как у Макдаугала, только слова другие. Первичная мотивация называется в классическом бихевиоризме «драйв». Не переводят на русский, потому что по-русски было бы «позыв». Позыв, драйв, обеспечивающий научение. Есть первичные драйвы, а есть вторичные условные реакции. Разумеется, сюда же можно было бы причислить и классический психоанализ. Вспомним из того, что нам известно. Для Фрейда последней причиной объяснения поведения является либидозная энергия. Для Адлера последней причиной анализа поведения является социальное чувство. Для Юнга таким элементом бессознательного является архетип. Все это разные варианты базовой мотивации. Таков был первый ответ. Знаете, между прочим, добавим, ну, что называется, кстати и почти не для записи. Иногда в педагогических учебниках различают, вот есть инстинкты низшие, а есть потребности высшие. Забегая чуть вперед, придется сказать, что вот в этом делении страстей на высшие и низшие для психолога нет никакого смысла. Все потребности могут быть представлены на разных уровнях, и поэтому драйвы, либидозную энергию, социальное чувство и так далее, нельзя считать чем-то низшим. Это именно базовая мотивация, которой мы не даем никаких оценок. Второй ответ. Выделение ситуативной мотивации. Выделение ситуативной мотивации. В данном случае нам приходит в голову сравнение с Галилеем. Если по Аристотелю тело падает, потому что его притягивает земля, то идея Галилея состоит в том, что напряжение есть результаты взаимодействия тел. И в данном случае, когда мы говорим ситуативная мотивация, мы называем имя немецкого гештальт-психолога. Немецкого гештальт-психолога, который вынужден был эмигрировать в Америку. Пожалуй, наиболее остроумная экспериментальная школа в исследовании мотивации
Этого психолога звали Курт Левин. Курт Левин. Курт Левин не отрицает базовой мотивации, но рассматривает не ее. Он говорит, кстати, Левин любил язык физики, химии, математики, и он говорит так. Все, что нас окружает, можно назвать мотивационным полем. И в этом поле находятся люди, ну и, скажем, окружающие их предметы. Тогда на полюсе субъекта, говорит Левин, мы находим особую потребность, которую из уважения к базовой мотивации Левин назовет не базовая, а квазипотребность. Квазипотребность, как бы потребность. Квазипотребность – это потребность в завершении, объективно поставленного и субъективно принятого действия выраженное в намерении. Потребность в завершении объективно поставленного и субъективно принятого действия, выраженное в намерении. То есть представим себе, вот человек попал в ситуацию, например, в ситуацию психологического эксперимента, и у него уже есть определенное напряжение в данном поле. Что-то он будет решать, какая-то задача перед ним возникнет, а окружающие предметы... А на полюсе окружающих объектов Левин находит возможным сказать, что окружающие испытуемого объекты имеют определенную валентность. Валентность – термин из химии, но можно его заменить термином значимость. Положительная и отрицательная валентность. Что такое валентность? Валентность Левин определяет как требовательный характер объекта. Требовательный характер объекта. Знаете, как в сказке про Алису в «Стране чудес» пирожок кричит «Съешь меня» или «Попробуй меня», пузырек кричит «Выпей меня». У Левина был замечательный эксперимент, вот такое начало экспериментальной школы. Испытуемого приглашают в комнату для участия в экспериментах. Его сажают за стол и говорят, просим вас немножко подождать, скоро начнется эксперимент. Он сидит, время идет. И он не знает, что эксперимент, а точнее простейший опыт, уже начался. Его окружают предметы на столе. Там почему-то всегда находится колокольчик, в который он непременно позвонит. Там будет лежать карандаш или краски, и он попробует этим карандашом чуть-чуть порисовать. Уж действительно пирожок, но отщипнул, попробовал и так далее. То есть... Что это такое? Это называется поведение в мотивационном поле. Предметы, окружающие предметы, это потенциальные мотивы. И тогда Левин скажет, что вообще-то говоря, мотивацией, ситуативной мотивацией, мотивацией
в данный момент имеющий место. Мотивация объясняется многое в нашей психической жизни. Приведем всего лишь один эксперимент, но зато он самый известный и хорошо понятный. Многие ученики и ученицы Левина поехали вместе с Левином в Америку. И лишь несколько человек, не знаю чего ради, каким-то чудом, попали в нашу страну из фашистской Германии. И Блюма Вульфовна Зейгарник стала у нас в стране одним из основателей патопсихологии. Она работала на нашем факультете. Вы знаете, это была очаровательного вида маленькая сухонькая старушка, которая многим горячим головам, таким молодым ученикам Леонтьева с горящими глазами, многим объясняла, в чем смысл жизни. Вы знаете, был даже такой случай, это начало 80-х годов, на факультет психологии, ну, я не знаю, как вы воспринимаете наш родной дом, но тогда это было что-то странное. Вот для иностранца я имею в виду нечто странное. Желтое здание, вот, заведомо неприбранное и так далее. Каким-то образом появляются японские студенты. И вот ходят, как-то не знают, на чем бы им опредметиться. И когда они узнают, что здесь, в этом здании, есть тот самый Зейгарник, ну, они не знают, что Блюма Вульфовна – это женщина, то они, когда уж увидели ее и познакомились с ней, они считали все свои планы выполненными, потому что дипломная работа Блюмы Вульфовны Зейгарник принесла ей мировую славу. И мы описываем феномен Зейгарник. Феномен Зейгарник касается непроизвольного запоминания. Ну, скажем так, что бы мы ни делали, говорит не только Зейгарник и не только Левин, любая деятельность имеет мнемическую направленность. Мы не только что-то делаем, но и удерживаем материал в памяти. А непроизвольное запоминание – это означает, что задачи запомнить у нас нет. И тогда проводит Блюма Вульфовна следующий простейший эксперимент. В течение получаса ее испытуемые выполняют ряд заданий. Задания несложные. Что-то нарисовать, что-то слепить, переложить спички на плоскости, из одной фигуры сделать другую. И накапливается за время полчаса 15-20 заданий. Работаем достаточно быстро с Блюмой Вульфовной. При этом она, как умелый экспериментатор, некоторые задания прерывала. Причем прерывала, заметим так, на самом интересном месте. Вот испытуемый уже понимает, что у него в руках из пластилина появляется, скажем, собачка, а уже не кошечка. И в этот момент ему говорят: пожалуйста, переходите дальше, здесь все уже ясно, и так далее, и так далее. Короче говоря, спустя полчаса какие-то задания испытуемый выполнил, а какие-то остались прерванными, невыполненными. После этого испытуемого спрашивают: простите, а какие были задания по содержанию? И если испытуемый с негодованием заявляет, что со мной не договаривались запоминать, я могу ведь ничего не помнить, он говорит: ну а все-таки, быть может, что-то запомнилось, то вот в этих условиях и проявляется эффект Зейгарник.
Я надеюсь, он прост для понимания. Содержание прерванных действий. Содержание прерванных действий непроизвольно запоминается лучше, чем выполненных. Содержание прерванных действий непроизвольно запоминается лучше, чем выполненных. И тогда лишь добавим, что даже если испытуемый вежлив, он согласился и говорит, ну что же, вот хотя и не договаривались, буду вспоминать, то все равно первыми будут названы прерванные действия и лишь затем какие-то из выполненных. Общее объяснение какое? Квазипотребность осталась неудовлетворенной. Почему мы сохранили в памяти этот материал? А потому что действие осталось незавершенным, ситуативная мотивация не удовлетворена. Любимый левиновский пример – это опыт с официантом. Он прекрасно помнит все счета своих, да, гостей до тех пор, пока они не расплатятся. То есть вот она, ситуативная мотивация, базовая мотивация – относит человека, относит анализ человека к его прошлому, ситуативное к настоящему. Пожалуй, мы посмотрели этот второй ответ, и давайте пометим третий. Третий ответ будет связан с гуманистической психологией. Третий ответ на вопрос о том, какова структура потребностей и мотивов. Третий ответ такой. Выделение мотивов по способу их удовлетворения. Выделение мотивов по способу их удовлетворения. Поскольку с гуманистической психологией мы хотя и немножко знакомы, но подробно встречаемся лишь впервые, давайте скажем так, пусть как минимум три имени будут у нас символами гуманистической психологии. Это Гордон Олпорт, Абрахам Маслоу и Карл Роджерс. Коротко расскажем о вкладе каждого из авторов в данное учение. Гуманистическая психология оформляется в Соединенных Штатах Америки в конце 40-х годов. Гордон Олпорт считается предшественником этого направления. Гордон Олпорт выделяет два способа удовлетворения потребностей. Первый способ Олпорт считает наиболее распространенным. Точнее, многие, помимо Олпорта, считают его единственным. Первый способ – это стремление к снятию напряжения. Стремление к снятию напряжения, стремление к равновесию. Ну, только что излагали левиновскую концепцию. Там квазипотребность создавала напряжение, и пока это напряжение не будет снято, субъект продолжает действовать или имеет намерение действовать. Тогда слово «снятие» Олпорт заменит на слово «редукция», «снижение». Стремление к редукции напряжения. И согласимся с Олпортом, когда он скажет, что физиологические нужды, базовые мотивы,
удовлетворяются именно этим способом. А какой второй? Вы знаете, второй поначалу будет даже не очень понятен. Второй способ – это стремление к развитию, то есть стремление к поддержанию напряжения. И тогда мы едва ли что-то поймем у Олпорта, если бы Абрахам Маслоу, второй из наших авторов, не добавил бы, что такая потребность, которая удовлетворяется стремлением к развитию, это потребность в самоактуализации. Самоактуализация – термин, введенный не Маслоу. Самоактуализация – это термин, который ввел швейцарский невролог Курт Гольштейн. Гольштейн говорил о поддержании сил организма. А Маслоу как бы понял шире. Он вывел самоактуализацию за пределы лишь организма и заявил о том, что самоактуализация – это, вообще-то говоря, потребность быть, потребность бытия, потребность развития. Тогда Маслоу становится нам известным по своей знаменитой так называемой пирамиде. Обычно на этой пирамиде рисуют 5 уровней, на самом деле их 7. И мы сейчас постепенно пройдемся по этой пирамиде, а для начала скажем только главное. Внизу поставим 1-й уровень – физиологические нужды. Здесь царствует стремление к равновесию. Физиологические нужды стремятся к редукции напряжения. А на самом верху самоактуализация. Это потребность в развитии. Так вот, что произойдет по мере прохождения всех этих уровней? Маслоу сразу скажет, произойдет, конечно, личностный рост. Важное замечание. Здесь появится, вот появились 2, а всего будет 7 потребностей. Все эти потребности Маслоу считает фундаментальными. Вот здесь опять не надо ошибаться, не надо считать физиологические нужды низшими, а самоактуализацию чем-то высшим. Тут правило другое. Каждая новая потребность появится тогда, когда будет удовлетворена предыдущая. Каждая следующая потребность появляется тогда, когда будет удовлетворена предыдущая. Если перефразировать Маслоу, то посмотрите, это не просто гуманистическая концепция, еще и высокогуманная концепция, кстати, чисто американская. Прежде чем требовать от человека самоактуализации, накорми его. Перефразируя Евангелие, Маслоу говорит, «Не хлебом единым жив человек, когда в достатке хлеба». То есть, нередко, не буду называть имен, нередко совершается ошибка. Маслоу якобы в основании человеческой личности, в
откладывает физиологические нужды. Это неправильно. Это неправильная трактовка. Физиологические нужды здесь помещены не как таковые, а человек, который осуществляет рост, он физиологическими нуждами овладевает. Он, может уже есть или не есть. Это уровень, когда человек овладел своими потребностями. Тогда пометим, что первые два уровня, постепенно начинаем подниматься, первые два уровня относятся к природным уровням. Физиологические нужды продолжаются потребностью в безопасности. Потребность в безопасности. Вы знаете, наверное, легко представить себе, что голодное животное будет игнорировать собственную безопасность. И лишь когда оно насытилось, эта следующая потребность актуализируется, становится фундаментальной. Еще два уровня, третий и четвертый, нередко их объединяют вместе, относятся к социальному слою. Социальный слой. Маслоу скажет о третьем уровне, что это потребность в принадлежности к социальному целому. Потребность в принадлежности к социальному целому. Потребность в принадлежности группе. Потребность в принадлежности своей семье, своему обществу и так далее, и так далее. Это как бы объективная сторона потребности, потребности в общении. А четвертая сторона, четвертый уровень по Маслоу будет называться потребность в самоуважении. Потребность в самоуважении. Я бы добавил сюда некоторые слова, которые в свое время до Маслоу говорил уже Уильям Джеймс. Вот это самоуважение – это потребность в принятии, потребность в признании. Джеймс прекрасно сказал, это потребность быть замеченным. До перерыва мне не хотелось бы помечать пятый и шестой уровни, о них их не стоит проходить скороговоркой, а вот про самоуважение, пожалуй, имеет смысл сказать одну вещь. Вы знаете, общество, оно оценивает мотивы, но не стоящие за ними потребности. Ну, скажем, общество может поощрять вступление в брак и всегда поощряет этот мотив. А ради чего человек вступает в брак? Может быть, просто он еще и не созрел для этого, а побыстрее хочет сбежать из собственной семьи и так далее, и так далее. А вот другой мотив, с которым в нашей стране, наверное, боролись ровно столько, сколько существовала страна. Потребность в чрезмерном употреблении алкоголя. Негативный мотив, несомненно, но какая потребность опредметилась здесь? Два человека стоят, выпив, и спрашивают друг друга, о чем? О четвертом уровне потребностей по Маслоу. После последнего несчастного указа ходил такой анекдот. Двое подвыпивших стоят, и один спрашивает, ты меня уважаешь? Он говорит, до указа я тебя уважал, а после указа я тобой горжусь. То есть вот она ближайшая причина для дальнейшего развития личности.
Здесь у нас еще будут два уровня, о которых мы поговорим после 10-минутного перерыва. Дело в том, что нам теперь необходимо пометить те уровни потребностей, которые Маслоу считает собственно личностными уровнями. Собственно личностный уровень таков. Пятый уровень потребностей по Маслоу, если коротко, называется познавательной потребностью, но четче это потребность в познании себя. Потребность в познании себя. Сразу скажем, познавательная потребность присуща, конечно, и животным, и она существует гораздо раньше. Но здесь Маслоу помечает, что здесь, на пятом уровне, он имеет в виду чистое познание. Познание ради него самого. И тогда подключается Роджерс. И Роджерс говорит, что есть особая потребность, особое эмоциональное состояние, которое он именует эмпатия. Я могу понять себя через понимание других. Эмпатия. Сопереживание мыслям и чувствам другого человека. Познание самого себя имеет условием познания других людей. Роджерс, один из тех, кто вводит групповую психотерапию. Для чего? В чисто практическом смысле скажем, для того, чтобы перед человеком было как бы больше зеркал. Любой другой человек для меня суть зеркала, через которое я могу узнать о себе. Роджерс вводит особую технику, технику общения, которую он называет техника открытого общения. Когда мы говорим открытое общение, нередко думаем, что это откровенное общение. Пусть, очень хорошо, пусть так. Но главное не только в этом. Там мало откровенности. Главное, что общение должно быть взаимно понятным. Взаимно понятное общение. И тогда, быть может, вы знаете, как Роджерс сам практиковал, показывая одну из техник. Роджерс был в нашей стране в 1986 году и на большой аудитории давал два таких терапевтических сеанса. Я был на одном из них, скажу совсем коротко о том, что происходило. У Роджерса был прекрасный переводчик, синхронист, и благодаря ему, молодому человеку, можно было наблюдать, как общаются не двое, а трое, включая этого посредника. Дело в том, что мне почему-то кажется, я имею основание предполагать, что пациентка, кстати, между прочим, Роджерс вводит слово «консультирование» и считает, что у консультанта уже не пациент, а клиент. Слово «клиент» по-русски может
отторгать нас своим бытовым смыслом, но клиент по Роджерсу – это развивающаяся личность, это вот познающий себя. И когда Роджерс ставил свои сеансы, мне кажется, что клиентку попросили разоблачить Роджерса. 86-й год, подумаешь, какой-то заезжий американец. Сейчас мы будем совершенно непробиваемыми никакой техникой. Ну, такая дама в юнговской маске вышла на сцену. И начинается беседа. Беседа протекает так. В обычных условиях для нас с вами вы можете попрактиковаться, ну, скажем, сев в кружочек 6 или 8 человек, и один что-то сказал другому, а другой должен пересказать. А Роджерс эту технику доводит до совершенства. Он повторяет буквально те же слова, которые говорит клиент. И вот женщина начинает. Да, вот я пришла к вам за советом, у меня есть проблема. Да, вот у вас есть проблема. И проблема моя состоит в том, что моя дочь меня совершенно не слушается. Так говорит, видите ли, у вас, оказывается, есть дочь, и она совершенно не слушается вас. Да, вот до недавнего времени все делала хорошо, а сейчас поздно приходит домой, и он, прерывая ее, повторяет те же самые слова. Поздно приходит домой, грубит. И я совершенно не понимаю, что мне делать. И вы вот видите, не понимаете, что вам делать. Проходит 5 минут, женщина в слезах и меняет проблему. То есть техника зеркала, проводимая, конечно, самим Роджерсом, это мощнейшая техника по пониманию себя через другого. Ну и, наконец, вы знаете, скажем честно, что для нашей страны, ну так уж положа руку на сердце, вот все вот эти уровни, 5-й, 6-й и далее 7-й, лучше рассказывать как милую сказку. Хотя эту сказку надо, конечно, знать, что где-то в мире есть еще и такое. И тогда 6-й уровень, вот посмотрите, у нас человек уже вырос, он безопасен, он уважает себя, он познает себя. И тогда 6-я потребность – это потребность в гармонии. Потребность в гармонии. Иногда ее называют эстетическая потребность. Потребность в гармонии или эстетическая потребность. Вы знаете, тут удивительно, но многие специалисты математики, например, выдающийся француз Анри Пуанкаре, отбирали правильное решение по эстетическому принципу. Слова «истина прекрасна» обретают вполне конкретный смысл. Я уже не говорю о музыкантах. Им достаточно бросить взгляд на отрывок музыкального произведения и сказать: «Ох, боже мой, какая грязь!» И вот какая чистая и ясная музыка. Потребность к гармонии – это потребность в упорядоченности мира. Маслоу говорит, только тот человек, который понимает себя, он может объективно посмотреть на мир. Ему откроется красота мира. Кстати, здесь же, наверное, и стоит упомянуть знаменитую фразу, сказанную князем Мышкиным: «Красота спасет мир». Чья красота, если увидеть красоту в падшей женщине? Так неожиданно звучат эти слова, а на самом деле
А на самом деле здесь есть общая закономерность. Она такова. В любом ссоре можно найти источник для развития. Не помню, я цитировал или нет Ахматову, которая написала: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда». Из ссора. И тогда мы понимаем, если мир прекрасен, то можно переходить на седьмую ступень, то можно нарушить его равновесие. Седьмая потребность в самоактуализации – это потребность в нарушении равновесия. В нарушении равновесия ради развития. И тогда мы только назовем три европейских аналога гуманистической психологии. Гуманистическая психология – вещь все-таки американская. Не буду пояснять, почему. Она родилась из удивления Абрахама Маслоу перед заезжими европейцами, таким, например, самоактуализирующимся человеком стал для Маслоу основатель гештальт-психологии Макс Вертгаймер. Вот если бы Маслоу не удивился этим людям, он, наверное, не создал бы никакой науки. А интересно, что люди эти приехали из Европы, из в то время больной Европы. И, пожалуй, три направления мы назовем как аналогичные гуманистической психологии. Первое – это гештальт-терапия. Гештальт-терапия. И здесь главное, главный тезис – принимай человека полностью. В человеке нет лишнего. Это тезис, который роднит гуманистических и гештальт-терапевтов. Принимай личность полностью, со всеми ее недостатками, так сказать, недостатками, которые могут быть преобразованы. Второе направление известно нам – это логотерапия. Логотерапия от слова «логос» или «смысл». Логотерапия, основателем которой является Виктор Франкл. И есть еще одно направление, которое, пожалуй, в психологии не оформилось до конца, хотя попытки были. А в философии это направление выражено очень отчетливо. От слова «существование» или по-латыни «экзистенция» мы даем еще один аналог, европейский аналог гуманистической психологии – экзистенциализм. Экзистенция, существование. Наверное, наиболее видным, во всяком случае, самым известным экзистенциалистом был Жан-Поль Сартр. И когда-то, в начале 50-х годов, когда в нашей стране очень-очень осторожно стали переводить только для специалистов, для узкого круга людей, западные источники, существовала такая книжечка, которую давали почитать друг другу только под расписку. А называлась эта книга «Экзистенциализм – это гуманизм». Только давайте не будем думать, что наши герои – это некие святые, которые обитают в безоблачном пространстве. Я бы сказал все наоборот. Экзистенциализм – это возможность увидеть проблему там, где ранее ее не замечал. И, собственно говоря, все перечисленные направления именно об этом. Научить замечать проблемы.
в обыденной ситуации ставятся общечеловеческие проблемы. Я не знаю, я приведу как пример ситуацию одного фильма. Дело в том, что экзистенциализм был развит во французском сопротивлении. Французское сопротивление, 40-е годы, оккупированный Париж. Фильм назывался «Пир хищников». Оккупированный Париж, а в общем-то, что там ни говори, жить можно. Собираются друзья встретить Новый год. Они даже храбрятся, приветствуют друг друга возгласами «Хайль Черчилль». Они такие вообще свободные, немцы им не указ. И вот в какой-то момент, когда идет веселая пирушка, стучатся в дверь два немецких офицера. Говорят, а вы что, что вам здесь надо, что случилось? Говорит, да вообще-то ничего особенного, извините, вы тут вот пируете, да, Новый год. А у нас убили постового на вашей улице. И мы сейчас, сколько вас тут, он там осматривает их. Ну вот от вас нам нужно два заложника через два часа. А зачем заложники? Ну как зачем? Если найдем бандитов, отпустим. А если нет, то по законам военного времени. И начинается что? Начинается ситуация провокации проблем. Кто-то говорит, а я вообще сюда случайно попал? Меня сюда пригласили, я совершенно не собирался, я сию же минуту ухожу, и ни в каких играх ваших я участвовать не буду, и так далее, и так далее. Вот смысл данного направления. Человека принимают полностью, но провоцируют у него проблемы, провоцируют источники роста. Вот так можно сказать о гуманистической психологии. И, пожалуй, последнее, маленький последний фонарик – специфика потребностей человека. Специфика потребностей человека. Вы знаете, искать человеческие потребности можно двумя путями. По содержанию – это первый путь. И по способу удовлетворения. Это второй путь. Предупреждаю вас сразу же, что обычно в учебниках для будущих педагогов, идут по первому пути, ищут потребности по содержанию. А мы с вами, вы можете со мной не соглашаться, но я попытаюсь показать, что этот первый путь тупиковый. Ищем по содержанию. Когда-то, собственно, человеческой называли потребность в общении. Но это вообще не серьезно, потому что есть масса форм группового поведения у животных. Когда-то познавательную потребность считали только человеческой. Сегодня в экспериментах с животными показано, что увидеть нечто новое – детенышу обезьяны увидеть нечто новое – это более сильное, безусловное подкрепление, чем даже пищевое. То есть это безусловные механизмы. И тогда мы начинаем догадываться, эстетическим потребностям тоже есть место в филогенезе. Да, собственно говоря, и что такое самоактуализация – как не стремление жить и развиваться, а оно есть у каждого организма. И тогда мы начинаем догадываться, если мы пойдем по пути выделения содержания, то куда мы попадем? Мы, как ни странно, будем собственно человеческими, будем вынуждены назвать собственно человеческими такие потребности, когда человек наносит себе вред, когда
человек лишен в потребностях своих биологического смысла. Животное никогда не нанесет себе вреда. Я бы сказал так, никогда не нанесет вреда своему виду. А тогда получается, что какие-то излишние привычки мы будем называть, собственно, человеческими. И чтобы нам не грустить на эту тему, я приведу одну маленькую цитатку. Раньше я говорил, почитайте сами, а потом понял, что вы хотя и дети, но вы же будете взрослыми, и ничего страшного в том, что я сейчас произнесу, нет. В комедии «Мабарше» «Безумный день» есть такой странный персонаж. Вот он как раз всегда немножко в охмелю. Садовник Антонио. Справедливости ради скажем, что сначала он совсем в охмелю, а потом он все-таки немножко трезвеет. И когда он первый раз появляется на сцене, пьеса называется «Безумный день», и там суета, Антонио что-то увидел. Антонио увидел то, что он сейчас может проболтаться о чем-то, и графиня пытается заморочить ему голову, говорит, ну как же так, вот среди дня, в таком непотребном виде, как же это так можно, и так далее, и так далее. И он ей отвечает буквально следующее. Пить, когда никакой жажды нет, и заниматься любовью во всякое время года, вот и все, сударыня, чем мы отличаемся от других животных. Точно сказал, излишество мы признаем собственно человеческим. Тупиковый путь попробуем искать иначе. По способу удовлетворения. Вы знаете, и когда отбросили неверный путь, сразу нашли ответ. Потребности человека могут быть любыми. Но удовлетворяются они с помощью культурных средств. Наличие средств – вот отличие человеческих потребностей. И знаменитая фраза Маркса – наверняка еще долго будет кочевать из учебника в учебник. Маркс пишет, голод есть голод, но голод, который удовлетворяется с помощью ножа и вилки, это совсем не тот голод, который удовлетворяется с помощью клыков и когтей. Наличие средств. И вы знаете, тогда можно заметить, когда потребность проверяем на человечность, когда есть дефицит благ. Сегодня на этой доске, я полностью воспроизводить не буду, сегодня на этой доске было написано, что потребность была сначала до опредмечивания, а потом после. Вот представим себе, для вас это, наверное, можно уже и представить себе, хотя, наверное, даже кто-то из вас не забыл, что это была реальная вся такая ситуация. Вот привык к каким-то благам, а эти блага исчезли. Что тогда начинается? Процесс распредмечивания потребностей. Опять. Общая ненаправленная активность. Общая ненаправленная активность, то есть брожение по очередям в разных магазинах, потому что мог встретить, я имею в виду сейчас пример начала 90-х годов в Москве, мог встретить, например, в рыбном магазине носки и так далее. Второе, широкий спектр возможных благ. Я уже не буду писать, мы это недавно проходили. Широкий спектр возможных благ.
когда человек становится в конец очереди, не зная, что дают в ее начале. Ну и, наконец, конечно, постоянное испытывание фрустрации. Разговор в те годы в конце одной из очередей. Дают, там что-то дают. Хемингуэя. Дают Хемингуэя. Женщина спрашивает, это что, вроде кремплена что-то? Мужчина достойно отвечает, не знаю, не пил. У меня есть пример того, что даже в этих условиях потребность сохраняет человеческий характер. Гастроном Новоарбатский, февраль 90-го года. На прилавке рыбного отдела лежит нечто. А вокруг стоят люди, и на их лицах буквально написано «распредмечивание потребностей». Значит, это теперь что же? Это тоже благо? И тогда вопрос хозяйки к продавцу. Не что это такое? Это второй вопрос. Как это готовить? Вопрос о культурных средствах. Как это готовить? И значит, потребность сохраняет свой человеческий характер в данном случае, даже при дефиците благ. Ну а под конец мы можем сказать, что любая потребность человека может быть представлена на трех уровнях. Природном, социальном и личностном. Природный, социальный и личностный. Ну вот возьмем всю ту же пищевую потребность. На природном уровне ее не обсуждаем. Это наличие важных для жизни веществ. И здесь нам должно быть все ясно. На социальном уровне существует эта потребность? Обязательно. Любое общество скрепляет себя пищевым запретом. Человеку любой веры что-то есть нельзя. И мне хотелось бы напомнить вам об одной книжке. Книге англичанина Джеймса Фрезера «Золотая ветвь». «Золотая ветвь», где описываются обряды и обычаи у разных народов. Он, в частности, описывает такой случай. Воину племени запрещено касаться остатков пищи вождя. И вот этот человек случайно, сам того не ведая, что-то попробовал из остатков пищи вождя. И затем ему об этом говорят, он узнает об этом. Смотрите. Кто победит, природный или социальный индивид? Социальный индивид победит. Несмотря на то, что природное, это, по-видимому, пища вождя, это вкусное и питательное снадобье, но в социальном смысле это яд, и воин в корчах и муках умирает. Ну а на личностном уровне? Представлена пищевая потребность? Конечно. Ну, я не буду говорить о людях вашего возраста, тем более, что среди нас таких пациентов нет. Но скажем, между прочим, что у девочек-подростков наблюдается такое заболевание, оно считается даже психическим заболеванием, что неверно. Это именно личностная проблема, а не психическое заболевание. Это когда девочка нарочито отказывается от еды. Ей ничто невкусно, она не хочет есть. А приводит это действительно к заболеванию, к нервному срыву. Называется нервная анорексия. Анорексия – отказ от еды.
И мы прекрасно понимаем, с чем это связано. С тем, что стереотип фемининности, когда его осваиваешь, он явно бывает завышен. И непременно надо иметь именно такую фигуру, как на картинке в модном журнале. Например, так. Но более интересные, вот, более интересные примеры, это поистине удивительно, как в нашей стране, где постоянно был дефицит пищевых благ, существует проблема переедания. Вот никто и организм не просит есть, и социально никто есть не заставляет. А личность ходит, бродит, ну, естественно, такая неполноразвитая личность. И посмотрите, какой невротический вопрос у такой личности. Послушайте, что бы еще такое съесть, чтобы меньше есть? Он говорит, закодируйте меня или дайте мне еще какую-нибудь пищевую диету, чтобы я меньше ел. Это типичный невротический кружок. И, разумеется, личностных проблем такого рода может быть немало. А теперь сделаем так. Будем считать, что где-то добрая треть темы шестой нами разобрана. Мы сделали это не спеша, чтобы поговорить подробно о потребностях и мотивах. А сейчас постепенно перейдем ко второму вопросу и запишем его так. Второй вопрос. Понятие действия. Понятие действия – точка. Действие и деятельность. Действие и деятельность. Двоеточие. Проблема возникновения новых мотивов. Понятие действия, действия и деятельность. После двоеточия проблема возникновения новых мотивов. Итак, мы начинаем сейчас отвечать на вопрос о том, как осуществляется деятельность. А для этого мы должны представить деятельность в определенной структуре. Деятельность направляется мотивом. Деятельность направляется мотивом. Только давайте сделаем сразу серьезную оговорку. Дело в том, что любая деятельность имеет несколько мотивов. Спроси нас, ради чего мы находимся в этой аудитории. И наверняка найдется масса разных оснований. Но Леонтьев предлагает нам, вот если мы, скажем, все собрались здесь, то условно нашу общую деятельность можно назвать направляемой мотивом учения. Я пришел сюда сообщить вам что-то новое, а вы это новое узнать. То есть обычно деятельность полимотивирована, мотивов много, но мы условно выделяем всего один. И тогда подобную деятельность можно назвать особенной. Особенной. Скажем, вот учебный, особенный или предметно-специфической. Далее говорим так. Составляющей любую деятельность
является действие. И действие подчинено сознательной цели. Действие подчинено сознательной цели. Давайте скажем так. Первое определение действия у нас уже было. И я должен лишь его повторить. Действие – это процесс, мотив и цель которого не совпадают. Действие – это процесс, мотив и цель которого не совпадают. А теперь важное замечание. Мы получили... Вспомнили, вернее, какое-то определение действия, давайте дадим определение деятельности. Мы будем вынуждены дать это определение строго по Леонтьеву. Там будут не очень понятные слова, но мы их будем разъяснять. Деятельность – это молярная. Кто-то к слову «молярное» сразу подставит «целостное», в скобочках «целостное». Молярное, целостное, неаддитивное, неаддитивное. Слово «аддитивность», аддитивность означает «суммирование». Деятельность малярная, то есть целостная, неаддитивная, единица жизни. Мы записали это определение, давайте теперь его поясним. Помните, Толман полемизировал с Уотсоном. Он говорит, у Уотсона поведение молекулярное, у Толмана малярное, то есть... Смысл очень простой. Хотя мы и говорим, деятельность состоит из действий. А теперь мы заметим самое важное. Деятельность не сводится к сумме действий. Деятельность не сводится к сумме действий. Хотя ошибки приводите нехорошо, но я все-таки должен это сделать. Если вы где-нибудь увидите, какой-нибудь человек вам скажет, вот нарисует линейку, скажет, все вот это деятельность, а это отдельные действия, то данное представление деятельности как цепочки действий является неправильным. И вот почему. Давайте подумаем вместе с Леонтьевым и зачеркнем эту ошибку. Для того, чтобы сюда прийти сегодня и заниматься сейчас этой учебной деятельностью, каждый из нас должен был выполнить ряд действий. Встать, умыться, одеться. Я не знаю, насколько автоматически это бывает у каждого. Не знаю... Обычно приводят там путь на работу, разменять жетоны на метро и так далее, и так далее. То есть, посмотрите, если суммировать все действия, которые мы выполнили, даже вот там покурили, курить вообще-то нехорошо, но кто-то перекурил на переменке и опять сюда вернулся, все суммировали, и не получили в сумме чего? Мотива. Сколько ни суммируй цели, я понятно сейчас говорю? Сколько ни складывай цели, аддитивность – это сложение. Сколько ни прибавляй действия к действию, не получишь мотива. А
а мотив не совпадает с целью. И тогда приводим второе определение действия. Сразу скажу, что если вам вдруг на экзамене попадется такой дополнительный вопрос, определите нам, что такое действие, вы приводите, если видите, что преподаватель устал и что ему лень слушать много определений, называйте это второе. Вот оно. Действие – это процесс. Действие – это процесс, подчиненный представлению о результате. Действие – это процесс, подчиненный представлению о результате, который должен быть достигнут. Поскольку это определение основное, давайте остановимся на нем более подробно. Разбираем это определение от конца к началу. В конце сказано, некий результат должен быть достигнут. Раз должен быть достигнут, значит, это объективное требование. Леонтьев не раз подчеркнет, цели выступают перед субъектом как объективное требование. Объективное требование, которое должно быть достигнуто. Дальше читаем. Это не просто результат, а представление о результате. Представление о результате – это и есть сознательная цель. Представление о результате – это и есть сознательная цель. И тогда более коротко можно сформулировать это же самое определение. Действие – суть, процесс, подчиненный сознательной цели. Это не новое определение, это сокращенное второе. Процесс, подчиненный сознательной цели. И, наконец, остается главное, что же это за процесс? Какие процессы включают в себя действия? Вы знаете, для того, чтобы начать отвечать на этот вопрос, скажем так. Вот человек построил план, спрограммировал определенное действие. Он начинает достигать своей цели и сталкивается с определенными условиями. Цель, достигаемая в условиях, называется Леонтьевым задача. Цель, достигаемая в условиях, называется задача. А теперь мы с вами посмотрим более развернутое определение задачи, которое, вообще-то говоря, восходит к гештальт-психологам. Мы рассматриваем то, как будет выполняться действие. И для этого делаем следующее. В задаче можно выделить объективную и субъективную, то есть психологическую структуру. Задачи мы выделяем объективную и субъективную структуры. По объективной структуре задачи что можно сказать? Что задача любая включает в себя требования и условия. Требования и условия. Возьмите в качестве примера любую математическую задачу из задачника. Там обязательно есть требования и даны условия, которые надо преобразовать, чтобы достичь требования. Теперь посмотрите. Если требование
сразу понятно субъекту, сразу понятно, что от него хотят, что требуется, то требование сразу же становится субъективной целью. А если нет? Если требование поставлено, но оно все-таки не ясно. Скажем, мы, наверное, говорили о задаче 6 спичек. Вот тот человек, который раскладывает спички на плоскости, разве он понимает, что требуется? Едва ли. Значит, если требование непонятно, неясно, то вот эта стрелочка становится особым процессом. Это процесс целеобразования. Процесс целеобразования. То есть преобразование требования в субъективную цель. Преобразование требования в субъективную цель. Процесс целеобразования называют также процессом понимания задачи. Иногда говорят процессом представления задачи. И вот, скажем, представил себе задачу ясно, и что начинается дальше? Цель в условиях. Начинается другой процесс. Это процесс поиска средств. Процесс поиска средств. Процесс поиска средств связан с анализом условий. Условия преобразуются в средства решения задачи. Знаете, для психолога становится очевидным следующее, что понять задачу, по сути дела, означает ее решить, если задача творческая. Вот расскажу вам об одной задачке, которая удивительным образом хорошо решается людьми определенной профессии. Задачка называется «Семь колец». Если кто-то знает, посидите, поскучайте, но недолго, минутки 2-3. Значит, студент приезжает в город, и ему нужно жить в течение недели в этом городе, в гостинице. У него есть цепочка из 7 колец. И каждый день он должен расплачиваться с хозяином одним кольцом. Это плата за проживание. Одно кольцо. Спрашивается, как сделать один разрез на цепочке, чтобы можно было расплатиться с хозяином. Знаете, что удивительно, я в свое время принимал участие в подобных экспериментах и знаю о том, что это так. Даже математики и то применяли эту варварскую меру, что все кольца надо вот как-то вместе сложить и перепилить, так, чтобы от цепочки, наверное, ничего не останется. А решали эту задачу успешно, ну как, студенты Академии народного хозяйства имени Плеханова, торговцы. Будущие торговцы. Почему? А потому что у них в прошлом опыте наличествовало понятие обмена, что можно обмениваться и не обязательно иметь все 7 колец по отдельности, и тогда мы понимаем, что на третьем кольце нужно сделать разрез, вытащить его. Ну а дальше, наверное, ясно. В первый день одно кольцо отдал, во второй день его забрал, отдал два, в третий добавил третье, потом дал цепочку из 4 колец и так далее. Вот он, обмен является
условием понимания задачи. И тогда мы подводим итоги, что действие, даем третье и последнее определение, действие – это процесс решения задачи, включающий в себя процесс решения задачи, включающий в себя процессы целеобразования, процессы целеобразования и процессы поиска средств. И процессы поиска средств. И вы знаете, вообще-то говоря, нам для того, чтобы на данный момент завершить картинку, понадобится немногое. Деятельность направляется мотивом. Действие подчинено сознательной цели. А какое словечко? Будь у нас не лекция, а семинар. Какое словечко мы должны были бы поставить сюда? Что зависит от условий? Кто-то знает, кто-то не знает, а лучше всего догадаться. Это слово «операция». Операция – это способ достижения цели, зависящий от условий. Операция – есть способ достижения цели, зависящий от условий. И тогда мы сделаем следующее. В этом вопросе, да, порядка ради еще раз скажу, что действий, определения действий у нас три. Первое определение – то, что действие – это процесс, мотив и цель которого не совпадают. Второе – действие – это процесс, подчиненный сознательной цели. И третье – действие – это процесс решения задач, включающий целеобразование и поиск средств. А теперь, когда мы сказали, что действие – это центральный уровень деятельности, то, пожалуй, в этом вопросе мы рассмотрим теперь соотношение деятельности и действий. А в следующем третьем вопросе рассмотрим соотношение действий и операций. Итак, действие и деятельность, или проблема возникновения новых мотивов. Знаете, существует старинная проблема. Откуда возникают новые потребности? Каковы их источники? До Леонтьева эта проблема решаться могла так. Все эти источники врождены. Ну и тогда немножко непонятно становится, как же даже у коллекционирования спичечных этикеток или марок или чего-то подобного есть свой источник врожденный. Не будем спорить с этой традиционной точкой зрения. Мне важно пояснить точку зрения другую. Источник новых мотивов в самой, или лучше так, в структуре самой деятельности. Источник новых мотивов находится в структуре самой деятельности. Где именно? Пока покажется не очень ясно, но затем будут три примера. На уровне действий. И вы знаете, тема эта
не предполагает большого теоретизирования. Я приведу либо два, либо три примера. Пример первый. Назовем его так. Смена ведущей деятельности. Смена ведущей деятельности. Или от игры к учению. Смена ведущей деятельности или от игры к учению. Можно поставить точку с запятой и написать так. Цель обретает функции мотива. Цель обретает функции мотива. Наверное, вы знаете, а если нет, то узнаете об этом в дальнейшем, что в возрастной психологии выделяют ведущие деятельности. Если есть ведущие мотивы, значит, есть и ведущие деятельности. Я не буду перечислять их полностью. Назову для порядка, скажем, друг и сотрудник Алексея Николаевича Леонтьева, Даниил Борисович Ильконин, он выделяет эти ведущие деятельности таким образом. Младенчество, эмоциональное общение с матерью, раннее детство, манипуляции с предметами, наконец, старшее дошкольное детство, как уже сказали сегодня, сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра, а младший школьник? Для младшего школьника ведущая деятельность – это учение. И тогда давайте посмотрим, ведь смена ведущей деятельности – это, вообще-то говоря, кризис, смена мотивов. И каким образом происходит эта смена от игры к учению? Вы знаете, один из, по-моему, хороших экспериментов был у нас в стране, когда в детских садах стали вводить элементы учения, а в школах, в младших классах часто прибегали к игровым методам. То есть имеется возможность сделать этот переход наименее болезненным. Но мы рассмотрим этот переход в принципе и рассматриваем его так. Вот деятельность дошкольника, у нее мотив – освоение будущей социальной роли. Освоение будущей социальной роли. Причем можно меняться ролями, можно разыгрывать сюжеты, есть роли более и менее привлекательные и так далее. То есть дошкольник учится общаться. Какие он при этом выполняет действия? Действий может быть целый ряд. Это, например, и пошив какого-то наряда для игры, и обучение тем же правилам общения. Но главное, что среди этих действий обязательно будут учебные действия. Надо выучивать правила. Надо соблюдать эти правила. Для этого нужны учебные действия. Что постепенно происходит? Что происходит с ребенком во время поступления в школу? Конечно, с участием взрослого. По-разному говорил об этом Леонтьев, но я, пожалуй, сказал бы так. То, что было целью – учиться. Обучаться чему-то. То, что было целью, обретает силу мотива. Учиться ради самого учения. Учиться ради самого процесса учения. А что произошло с игрой? Игра исчезла, но не совсем. Она, игра, поменяла место. Деятельностью теперь стало учение,
А игра встала на место действий. Действия и деятельность поменялись местами. И то, что раньше было целью, стало мотивом. Пример второй. Возникновение аномальных потребностей или сдвиг мотива на цель. Возникновение аномальных потребностей или сдвиг мотива на цель. Вот это вот словосочетание леонтьевское «сдвиг мотива на цель» вызывало массу критики. И я немножко рискую, когда вам говорю следующее. Сдвиг мотива на цель, этот механизм, очень хорошо может быть показан на примере аномальных потребностей. Не любых, а на потребностях негативных. И вновь мы возьмем все тот же пример, скажем, негативной потребности зависимости от алкоголя. В нашей стране есть немало прекрасных специалистов по этой тематике, но я бы привел здесь для нас художественное произведение, потому что здесь в художественном произведении как-то более выпукло представлена проблема. Художественное произведение называется «Джон. Ячменное зерно». Автор – Джек Лондон. Кто-то нам скажет, что это произведение хотя бы немножко автобиографично, но нам это не так важно. Нам важно, что действительно и в этом произведении, как во многих других произведениях Джека Лондона, например, в его романе «Мартин Иден», речь идет о писателе. Это известный писатель. И он явно страдает названной зависимостью. Там прямо начинается с того, вернее, даже так, страдает зависимостью, наверное, медицинский термин. Лучше сказать, для него это деятельность. Для него это деятельность, и соответствующие поступки наполняются смыслом. Например, он рассчитывает, сколько текста, художественного текста, сколько страниц он должен написать с утра, прежде чем позволить себе какую-то каплю спиртного. Это развернутая деятельность. Как возникла эта потребность? И автор дает нам историю этого писателя. Дело в том, что юношей, этот человек рано ушел из дома и стал вполне самостоятельным, он стал работать в порту. Юноша, работающий в порту. Его мотив, простите, его мотив можно, наверное, назвать чисто адлеровским мотивом. Занять полноценное место в обществе. И не игровое, как у старшего дошкольника, а полноценное место в обществе. И тогда для того, чтобы стать своим парнем в порту, надо, простите, выполнять целый ряд действий. Например, тренировать физическую силу, таскать тяжелые мешки, по воскресеньям, наверное, драться, а, не знаю, наверное, по субботам, впрочем, я могу не знать здесь какие-то детали, напиваться до полусмерти. Это необходимое действие для того, чтобы стать своим парнем в порту. Вы знаете, и не психологу уже сразу все станет ясно. Ну вот, значит, в какое-то время он напивался для того, чтобы занять социальное место полноценное. Ну и все, и организм вот загубил. А психолог скажет дальше. А психолог скажет, и, по-видимому, сдвиг мотива на цель произошел потому,
что, собственно, тот первый мотив самоутверждения не реализован. Вы можете доверять Джеку Лондону или нет, но, несомненно, одно. Если этот писатель до сих пор страдает потребностью в алкоголе, значит, его известность ему самому недостаточно. Значит, его самоутверждение не случилось. И, простите меня, я в прошлый раз, по-моему, говорил о том, кто такой Высоцкий, и тогда из песни слова не выкинешь. Ну, конечно, Владимир Семенович страдал данным заболеванием. Причем каким? По каким причинам? По чисто социальным причинам. Его не принимали туда, куда он хотел. Его не принимали в Союз советских писателей. Он так и не стал. Он стал чем-то гораздо большим. Но ему, он был человек своего времени. Он советский обычный человек. И когда сейчас, ну, скоро в 98 году, 25 января, исполнится 60 лет, наверняка будут новые передачи, наверняка будут новые воспоминания о Высоцком. А когда-то, лет 10 назад, выступает такой поэт, фамилии которого мне не хотелось бы называть, и говорит: ну, Володю мы так любили, он же нам как свой. Мы его во Францию взяли на свой концерт. А то, что пол Парижа пришло слушать Высоцкого, а не этих каких-то странных поэтов. И тогда, простите, из песни слова не выкинешь. Я не знаю, как деликатнее сказать, но я обязан что-то сказать. И, наверное, и в семейной жизни, но только не в интимной ее стороне. Здесь тоже были проблемы, потому что, простите, но не могла жена, любившая своего мужа, написать о нем именно такую книгу. Надо уметь хранить тайну. Надо какие-то вещи в хорошем смысле, хорошем и добром смысле скрывать. Хотя ничто не вредит славе гения, и тем не менее мы привели пример сдвига мотива на цель. Посмешить вас немножко? Вы отважные люди. Наша цель – коммунизм. Это что такое? Это сдвиг мотива на цель. Это пример сдвига мотива на цель. Я, наверное, говорил вам, что, будучи пионером, приветствовал 22-й съезд партии. И поэтому я имею право сказать, посмотрите, там было мир, труд, свобода, равенство, братство и счастье всех народов. Что такое счастье? Может ли счастье быть целью? Счастье – это мотив. И российский поэт Пушкин сказал: на свете счастья нет, а есть покой и воля. Если бы написали: наша цель – покой и воля, нет, наша цель – счастье. И вы знаете, какой здесь смысл, а вернее бессмыслицу допустили люди, которые об этом писали? Есть такой эксперимент, он описан у Леонтьева в последней книге «Деятельность сознания – личность». Когда крысе в центр удовольствия вживают электрод, и она может собственной рукой доставлять себе счастье. Собственно, не рукой, простите, лапой. И вот она доводит себя до суперсчастья и умирает. Вот это и есть, знаете, как аккуратно сказать, и уже без шуток, послепроизвольное состояние, когда человек творит, когда человек действительно является хотя бы маленьким, но героем, перепутают с непроизвольным состоянием. И примеры таких маленьких героев
я еще обязательно буду приводить, а сегодня завершу вот чем. Первый пример был, как перешли от игры к учению. Второй пример был, как образуются патогенные потребности. И вы знаете, не будем нумеровать, но на всякий случай пример третий. Вот этот механизм сдвига мотива на цель используется, широко используется при стимуляции творчества. И называется этот механизм «смени контекст», «смена контекста». Авантюрный роман как создается? Как создается мыльная опера? Путем смены контекста. Будете объяснять своим младшим братьям и сестричкам, чему вас учат на первом курсе факультета психологии, и что это за мудреные слова «сдвиг мотива на цель». Посмотрите вместе с ними на книжку «Остров сокровищ». Что там мотивом является с самого начала? Клад. Мотивом является клад. И карта к нему ведущая. А для того, чтобы эту развернутую деятельность осуществить, нужно было осуществить целый ряд действий. Закупка яхты, шхуны вернее, да? Шхуны, набор команды и так далее, и так далее. И простите, но авантюрный роман такой, что теперь нам интересны сами эти действия. Они уже давно стали деятельностью. А был ли там клад, когда был ли мальчик, это уже не так интересно. В порождении анекдотов, вот, будете, то есть мы и так хорошо себя ведем, а на следующий раз, если хотите, задайте под конец вопрос, как порождать анекдоты. Это точно так же путем сдвига мотива на цель, но только путем двойного сдвига. Оказывается, человек, который жил в начале века, ему было достаточно один раз сменить контекст, и он улыбнется. А человеку конца века, нам с вами, ну, пожалуй, нужно уже два раза. Впрочем, я вас заинтриговал, а у меня все равно не выйдет начать с другой темы, и я сейчас две минутки потрачу на этот вопрос, как же, собственно говоря, строится анекдот. Вот посмотрите, рисунки Херлупа Бидструпа. Смысл какой? Есть элемент, который должен из одной ситуации быть перенесенным в другую. Так, смотрим порядок рисунка. Матросский кубрик, где матросы о чем-то беседуют, произносят некие слова. В матросском кубрике сидит в клетке попугай. Исходная ситуация. Следующая ситуация. Попугай продается. Матрос продает попугая старушке. И в следующей ситуации то самое заветное слово из матросского кубрика один раз скакнет. Попугай произносит это слово, старушка в ужасе. Кто-то из нас улыбнулся. Мы улыбнулись далекому началу века. Но нам этого мало. И поэтому нам рисуют еще картинку, когда у старушки гости, и попугай сидит хмурый в клетке и молчит. Старушка произносит слово. Гости в ужасе. Вот так у нас элемент скакнул дважды, и уже мы, так сказать, улыбнулись полностью. И заметим, смена контекста — это и есть прежде всего поиск резервов мотивации. Поиск преобразования ситуации. И тогда для следующего раза всего лишь пометим
интересующий нас вопрос. Действия и операции. Действия и операции. Точка. Виды операций. Действия и операции. Виды операций. Психофизиологические функции. Психофизиологические функции. И после точки уровни построения движений. Уровни построения движений. Таков будет третий вопрос. И на следующий раз я постараюсь, чтобы была закончена как шестая тема, так и была пройдена основная часть седьмой. Спасибо за внимание.